Сатурн. Ну, вроде неплохо. Окулярчик вижу неплохо. Очень большая дымка. Сегодня 7 июля 2017. Отставить 17. 7 июля 2020 год. В Харькове. Захотелось мне 3 семерки. Седьмой месяц, седьмой день, еще и 7-17 год. Нет, сегодня парад планет продолжается у нас. 20-й год. Это точно. Сатурн в одном миллиарде 350 миллионах километрах от Земли. Дымка мешает нам сильно. Но убирать не приходится. И на том спасибо. Сейчас снимаю с пониженной светочувствительностью, максимально низкая, все эти ISO, чтобы засветка была как можно меньше. Куда ж ты так убегаешь, а? И страшно треноги касаться. Вылетает из кадра Сатурн, вылетел, да? Будем искать. Ага, вон он, сверху. Ну куда ж ты бежишь? Сейчас уменьшу. Сатурн красавец пишет, это не НЛО. Да нет, не НЛО. Просто яичницу кто-то в небе жарит. А раз мы знаем, что это яичница, то это уже не может считаться неопознанным объектом. Красавец, Сатурн, красавец. 125-кратное увеличение. И Сатурн натурально проносится. Все, ничего не трогаю. Отошел от треноги, хорошая резкость. Максимальная при таких дымках. Ветерок чуть-чуть стих. В восторг меня приводит возможность видеть планету, находящуюся за миллиард с лишним километров вживую. Да, так сегодня у нас 7 июля, сближение Луны с нашим Сатурном замечательным. Что меня заставило встать в час ночи, пол первого ночи и попереться перед работой себя. Уменьшаю зум, и сейчас к нам в кадр влезет Луна. А кроме Луны у нас еще справа должен быть... А, Юпитер видел, он в окуляр вижу. В правом нижнем углу. А мы еще раз наведусь, где Сатурн. Вот Сатурн. Красавец. Уменьшаю, уменьшаю, уменьшаю. Опачки. Вот они влезли. Наша Троица. Юпитер и Луна. Поехали посмотрим на Юпитер. Дымка при такой настройке светочувствительности, то есть минимальной настройке там ISO, выдержки, спутника мы, наверное, не увидим, да еще и дымка.
А вот полосы, может быть, там дымка даже поможет увидеть на Юпитере. Сейчас будем пытаться. Могу представить, как тяжело на эти попытки смотреть. Не имея возможности самому повлиять на действия. Ну, ребята, я этим занимаюсь ради удовольствия. Которая вряд ли чем-то можно объяснить логическим, что заставляет человека переться между сменами за город и снимать какие-то газовые гиганты, парящие. Ой, что-то блеснуло, как бы это были не наши спутнички. Сейчас я резкостью попробую. Да, надо одновременно резкость ловить и в кадре держать. Прямо чувствую себя Цезарем. Ой, полосочки вижу. И спутник вижу. Два спутника вижу слева. Аллилуйя. Скажу вам, как неверующий. Вижу полосы и даже вижу спутники. Это редкое сочетание. Вот нам дымка и помогла. Думаю, что это благодаря ей. Поглотила она часть света. Да, на экране не видно. А в окуляре я четко вижу. Сразу слева, выше, это Ганимед, спутник. Ну, ага, вот он ты. Юпитер, ты бегаешь, значит, ты не прав. Вижу полосы, вижу Ганимед и Ио. И Ио. В общем, спутник называется Ио. Не знаю, кто с чувством юмора как и таким назвал его. Таким странным образом. Очень хорошо. Мне интересно, видно, справа и ниже должен быть спутник Европа. Сегодня справа вырвалась вперед, не вырвался вперед не Ганимед, а Европа вырвалась вперед. И разговор не об экономическом кризисе. Или коронавируса. Ну, врать не буду, даже в окуляр не вижу я. Европа. А вот Ганимед и его различаю. Каллисто, то есть последний спутник, он будет гораздо выше и левее. Его я даже пробовать не буду сейчас фиксировать. Слишком сложно навестись. Так, утомил, наверное. Но мне нравится, как оно выглядит. То есть сейчас небо далеко не чисто. Есть дымка, которую визуально даже наблюдаю невооруженным глазом. Так, сейчас
попробую опять резкость половить. Наверное, вот так. Фух, отошел. Да, задерживаешь дыхание так, что... Да что ж ты, зараза. Так все было замечательно, и скакануло у нас тренога. Ну, хорошо. Сейчас будем еще раз. Если долго мучиться, что-нибудь получится. О, уже утренняя насекомая пролетает. Ну, сегодня комаров поменьше, благодаря ветру. Ой, люди добрые. Ладно, сейчас я луну сниму для того, чтобы немножечко в себя прийти после этих попыток. Успешных, в принципе, попыток навестись на полосы. Юпитера. Что какие-то сегодня нереально длинные видео. Так. Опять резкостью играю, терпим. Кто дожил до этого момента? Опять по просьбе одного из комментаторов, вот это максимальное увеличение. 125 крат оптическое увеличение и 4 крата цифровое. Как ветер поднимается. Рискнуть попробовать на Марс еще навестись. Венеры пока еще нет, но скоро обещала быть. На горизонте он уже вижу небо. Не розовеет, синеет. Очень странное небо. Ну, при жаре под 38 градусов, конечно, атмосфера. О, вон наш Аристарх. Вверху белеет кратер Аристарх. Что-то, ну, я, чтобы было понятно, на грунтовой дороге стою и тренога, ногами треноги пытаюсь как-то скорректировать направление, потому что ручка на головке штатива просто, ну, совершенно нереально при таких увеличениях регулировать. Это надо, я не знаю, рычаг, пятиметровую ручку к ней присобачить и по сантиметру смещать ее влево-вправо, чтобы был плавный ход. Так, лады. Попробую все-таки Марс сейчас. Сейчас смотрим нашу триаду. Триаду, триаду, триаду. Луна. Вон Юпитер. Видно? Видно, что не видно, видно. А где Сатурн? Он как раз сейчас посередине. Между... Где-то вот здесь. Не, не вижу, наверное, задымка уже. Не вижу, ну ладно. Хотел я Марс поснимать. Пошли посмотрим, что с Марсом получится или не получится. А, да, еще раз, как настраиваюсь на планету. Вот при такой низкой светочувствительности. О!
Вот он, поймался, ты мой золотой. Как я делаю? Я сначала ставлю настройки, ну, на фотоаппарате, вращаю колесико, когда на изображение, там, допустим, боль очень, съемки птиц или съемки луны. Там яркость гораздо больше и видно хорошо. Планеты засвечены, но их видно легко найти на экране. И вот я навожусь полностью, прицеливаюсь, будем говорить, на эту планету в режиме Birdwatching. Потом просто вращаю это колесико режима съемки на, ну, у меня это муви, и это муви у меня при, оно уже, я его как-то методом тыка настроил так, что там очень низкая светочувствительность. Там уже методом пробы и ошибок. Уменьшаешь то. А вообще есть инструкция огромная на 140 страниц в интернете. И там, конечно, если есть время как-то выйти снимать планеты, я могу себя заставить после работы, перед работой. Но читать инструкции совершенно не хватает у меня. Ты что ж, не получается никак тебя сцен кадра загнать, бок войны. Маневрирует бок войны планета Марс, 118 миллионов километров. Она от нас. Ты посмотри, сколько доставляет хлопот. С войнами всегда так. Так. Понимать, что и Марс движется по небосводу. При таких увеличениях это довольно быстрое движение. Ты только пытаешься в одной точке словить, а он уже не там. Просили меня не материться, я и не матерюсь. Ну, то есть... Матерюсь, но про себя. Человек – животное социальное, даже матерясь про себя, он матерится про других. Так. Не поддается на наши уловки Марс. Туда, я эту треногу и сюда. Железное терпение у того, кто досмотрел до этого момента. Просто феноменально. Ну или сон крепкий, который даже мои
бубнение не тревожит. Да, вот уж не думал, что наибольшие проблемы будут с Марсом. Я сейчас не про нарды. Видно, что Марс частично освещен. Получается. Не может быть, все, я ушел. Ну вот это теперь нам ветер колеблет. Марс, поэтому. Посмотри, как быстро убегает. Вот это максимальное увлечение. Не. Ну, ребят, шумок сделал. Скоро появится у нас Венера. Это Луна. Ой, какая там тучка нехорошая. Подкрадывается. Ну ладно. Сейчас на максимальное. Максимальное увлечение Луны и завершим этот дубль безумно длинный. Луна в кадр не попадет, но хоть Земля-то в кадр попадет. Итак, 2.50 по Киеву, в Харькове. Вот вам вползает кратер Плутон. Сейчас резкость, чтобы совсем мозг вынести людям. Вот так. Аккуратненький, кругленький, он 80 километров в диаметре, насколько я помню. Все, ладушки. Ждем Венеру, снимаем всех в кучке, если облака не закроют, а не закроют. Вижу, что закроют. И едем на смену. 7 июля 2020 год, Харьков.